Коллеги, проходя по делянке подсолнечника, я заметил такую особенность. У нас есть обработанный вариант с обработкой амплига и контрольный вариант. На контрольном варианте я заметил такую особенность, что на нижних листьях, в местах отмирания нижних листьев, образуются, скажем так, отмершие участки. Фомоз. Вот такая картина вырисовывается. Практически на всех стеблях, где есть поражение фомозом, я обнаружил повреждения насекомыми. На уровне 6-8 листа имеются повреждения. Повреждения – это, скажем так, ходы, закрученные в виде спирали, где я обнаружил от 1 до 5-6 личинок. Это предположительно личинки шипоноски, подсолнечниковые шипоноски, которые имеют свой определенный уровень вредоносности, снижают масличность, налив масла семян снижается и снижается общая урожайность растений. И я решил сделать учеты, сравнить, скажем так, контрольный вариант и вариант обработанный амплига на заселение, скажем так, вредителем, в частности, подсолнечниковой шипоноски. Вот примерно так выглядит место проникновения личинки шипоноски в стебель подсолнечника. Вот в центре мы видим некоторые потемнения на стебле. Обычно откладываются яйца в пазухе листа. В данном случае это, по-моему, вторая пара настоящих листьев. После откладки яиц через 1-1,5 недели происходит отрождение личинки, которая проникает в стебель, где питается внутренним содержимым стебля и, скажем так, вредит и снижает урожайность подсолнечника. Итак, коллеги, я взял контрольный образец и разрезал все стебли повдоль. Каждый стебель имеет повреждение шипоноской. Где-то это достаточно явные повреждения, как вот в этих случаях, где-то это совсем, скажем так, незначительные свежие повреждения шипоноской, как вот на этих вариантах. Так, вот также повреждение. Следующий стебель у нас повреждений гораздо ниже идет. Здесь даже два места повреждения. Это у нас 8-й стебель. Также повреждение чуть выше, на уровне 6 листьев. Первая пара настоящих листьев. Уровень. Так, это у нас один стебель, обратите внимание. Это в разрезе видно 1,5 и 2. Также имеется повреждение шипоноской. Уровень примерно 10-12 листьев. Итак, коллеги, мы с вами наблюдаем 10 стеблей с варианта с обработкой препаратом амплига. Честно говоря, я старался, резал, и результат меня, честно говоря, порадовал. Слева направо мы можем посмотреть стебли. Видно, что стебли без повреждений. Есть на 6-м стебле некоторое пожелтение, но, честно говоря, я пытался найти, посмотреть, что это такое. Личинки тут не обнаружил, ходов, честно говоря, тоже нет. И из 10 растений явное повреждение шипоноской наблюдается только на одном растении. Обратите внимание, из 10 растений только одно повреждено личинкой шипоноски. Она здесь есть, ее достаточно хорошо видно, она живая и шевелится. Повреждение на уровне, как мне кажется, на уровне первой, максимум второй пары настоящих листьев. Другими словами, скорее всего, на момент обработки личинка была уже внутри стебля и чувствовал себя достаточно неплохо и защищенный. Итак, вариант с применением амплига. Поражение из 10 стеблей заселено подсолнечковой шипоноской только одно растение. На мой взгляд, достаточно неплохой вариант. До встречи на полевом городе.